Раскрась зиму яркими красками. Магазин «Чемпион». Пуховики за полцены. 5000 штук от 2000 рублей. «Чемпион». Будь в цвете этой зимой. Оператор сотовой связи «Мотив» дал старт новому поколению связи 4G в Кургане. Спеши! Бесплатное тестирование высокоскоростного интернета уже началось. Подробности узнай в офисах продаж и обслуживания города Кургана на сайте motivtelecom.ru, а также позвонив по бесплатному номеру 8 800 240 400. Внимание, акция! До 1 ноября в Центре медицины «Импульс» скидка 50% на первичный прием ортопеда-травматолога. Наш адрес: улица Карельцева, 105, телефон для справок 225503. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. В этом сезоне в магазине «Чемпион» представлено большое количество курток с модным, теплым и практичным наполнителем «Финсулейт», который не боится стирок и остается таким же теплым, как отборный пух на протяжении всего срока службы. И самым приятным сюрпризом для покупателей будет цена пуховиков и курток от 2000 рублей, которая останется неизменной вплоть до октября. «Чемпион», мы позаботимся о том, чтобы вы выглядели красиво в любое время года. Оператор сотовой связи «Мотив» дал старт новому поколению связи 4G в Кургане. Спеши! Бесплатное тестирование интернета на высоких скоростях уже началось. Подробности узнай в офисах продаж и обслуживания города Кургана на сайте motivtelecom.ru, а также позвонив по бесплатному номеру 8 800 240 400. Центр медицины «Импульс». Наша философия лечения, достижений и конечная цель – это доверие пациентов. Мы уверены, посетив нас раз, вы захотите прийти к нам снова. Наш адрес: улица Карельцева, 105, телефон для справок 225-503. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на среду в Зауралье из последних сил будет держать оборону погожий антициклон. Днем же скажется влияние циклона с запада, откуда потянутся более плотные облака, постепенно переходящие в дождевое состояние. В Тюмени плюс 11-13, Екатеринбурге плюс 8-10, Челябинске плюс 10-12, дожди. В Кургане переменная облачность без осадков, ветер южный 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 3-5. Днем в Кургане облачно, начнется дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14. Атмосферное давление будет падать. 1 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!